в адміністрації взялся за прокуроров. Фронту перед цими людьми по всіх ставках приводу, сиди, шута, бляха. Находившийся в кабинете милиционер просто забился в угол. Следователь, которого сначала таскали за галстук, еще и получил за трещину. Голос не бандеровцев звучит все громче. Когда сегодня в парламенте депутат из Крыма на русском заговорил о напряженной там ситуации, националисты из «Свободы» потребовали перейти на украинский.